Всем привет! Меня зовут Елена Старова, и я нахожусь в солнечной Каппадокии вместе с силой в Турции. Только что у нас был мощнейший ретрит, который был трансформационным для каждого участника и для проводников в том числе. И после этого ретрита, заряда энергии, находясь вместе с силой, мне очень хочется поделиться этим с вами и провести мощнейшую медитацию трансформационную на исполнение желания. И чтобы медитация прошла успешно, я попрошу вас подготовиться к ней. Обустройте себе местечко, где вам будет удобно, комфортно, без сквозняков, без лишних посторонних громких звуков. Там, где вы смогли бы, возможно, даже прилечь или сесть удобно, где можно расслабиться. И сейчас расположитесь, сядьте, лягте удобно, закройте глаза и подумайте о какой-то своей цели, желании, о том, что откликается радостью у вас внутри, то, что для вас сейчас актуальнее всего. Сейчас сделайте глубокий вдох. На пике вдоха задержите дыхание. И с выдохом отпускайте все лишнее, все ненужное, освобождая место чему-то новому, прекрасному, светлому. И сейчас повторите, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И параллельно чувствуя, как тело становится все мягче, мышцы растекаются, мысли успокаиваются. Вам хорошо, приятно, комфортно. И сейчас я попрошу вас вспомнить какое-то приятное событие из недавнего прошлого. То событие, где были радостные эмоции, воодушевление. Возможно, вы получили то, что давно хотели, или кто-то близкий сказал вам приятную новость. Или, возможно, получилось сделать то, что давно хотели сделать. Там, где было воодушевление, подъем, радость, состояние уверенности. Вновь вспомните это событие. И от этого события начните вспоминать предыдущие события, также позитивно окрашенные, радостные, как будто бы есть ожерелье, и каждое событие, как бусинка, нанизывается на это ожерелье. Событие за событием. Все дальше, дальше уходя в прошлое, и все больше событий, вспоминая радостных, счастливых, позитивных, вдохновляющих. Самое главное здесь — испытывать состояние радости, состояние воодушевления.
И наполнившись этим состоянием, сохраните его внутри себя, где-то в теле, пусть оно пока побудет там. Вы к нему еще вернетесь. И теперь из прошлого вернитесь в настоящее. И вернувшись в настоящее, представьте ваше будущее. А точнее, представьте, как желание, которое вы загадали в начале практики, исполнилось в будущем. Мысленно переместитесь в момент в будущем, где ваше желание осуществилось. Погрузитесь в картину того дня, когда ваше желание исполнилось. Понаблюдайте, что вас там окружает, что вы там видите, слышите, чувствуете. Кто рядом с вами находится, где вы находитесь. Какой там воздух, погода. И теперь то состояние радости, воодушевления, которое вы сохранили внутри себя, которое вы испытывали в прошлом, поместите в эту картину, прочувствуйте это состояние в будущем. Проживите его, почувствуйте радость, воодушевление от того, что вы получили то, что хотели. И сейчас представьте, что там в будущем вы подходите к себе, будущему. Вы настоящий, из настоящего подходите к себе в будущем. И спросите себя там, в будущем, а какие события, какие действия мне важно сейчас предпринять, чтобы мое желание исполнилось. И послушайте себя в будущем, что вы говорите себе. Услышьте подсказки. Возможно, подсказки будут сразу же, в виде мысли, в виде текста. А может быть, вы почувствуете. Или подсказки придут чуть позже, а они обязательно придут. И теперь поблагодарите себя там, в будущем, за подсказки. Представьте, как вы возвращаетесь в настоящий момент.
вот вы вернулись, вы в настоящем. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Пообещайте себе сделать первые шаги к исполнению желания. И еще сделайте глубокий вдох. На пике вдоха задержите дыхание. И с выдохом открывайте глаза, улыбайтесь, возвращайтесь здесь и сейчас. И наша практика на исполнение желания завершена. Я вас благодарю. Желаю вам, чтобы все ваши намерения, все ваши цели, желания исполнялись самым лучшим и самым простым для вас способом. Чтобы подробнее узнать о том, как правильно ставить цели, чтобы они исполнялись, посмотрите мой предыдущий ролик об этом. Если вам понравилось видео, понравилась медитация, поставьте лайк, подпишитесь на канал и до новых встреч!